памятники участников Второй мировой войны. Сейчас просто в пепел тех боевых действий на территории Украины. Я считаю, что вот все усилия гражданского общества должны быть направлены только на то, чтобы остановить войну и вывести войска России с территории Украины. По-моему, говорим о плане. Приостановить агрессивные действия. Да, связано все. Строили для себя чиновники Дни Победы, и к чему это привело? К образованию фашистского государства. Ты имеешь в виду Украину? России. Россию я имею в виду. Вы там давно были-то вообще в Украине? Когда последний раз? А ты? Я думаю, все дела, которые связаны вот на таком уровне, возбуждаются по этой статье о так называемых фейках. Я думаю, они все носят, условно говоря, так называемый характер профилактики и созданы и инициированы для того, чтобы предотвратить всякое инакомыслие и предотвратить любое свободное высказывание в нашей стране в отношении того, что сейчас происходит в Украине. Мы понимаем, что процессы будут показательными, наказания будут показательными, и, собственно, все подталкивает к такому развитию событий. Видите исторические, старинные постройки, современные.